Пашинян хочет установить дипломатические отношения с Азербайджаном. Пашинян цепляется за власть, потому что ему надо еще сделать некоторые шаги. Он должен отбросить назад войска, передать Азербайджану не менее 7-8 деревень на севере, в Айском районе, Араратском районе и, конечно, в Сюнике. Об этом армянским журналистам заявил экс-глава СНБ Армении Давид Шахназарян. Кроме того, он собирается подписать демаркационное соглашение с Азербайджаном. Почему бы не установить дипломатические отношения? Он собирается позволить построить несколько дорог в Сюнике, в том числе газопроводы из Азербайджана в Турцию, которые не будут находиться под контролем Армении. Пашинян намерен также установить дипломатические отношения с Турцией. То есть он полностью меняет Армению, заявил Шахназарян.